данное видео не призывает к насилию. Видео по... Я знаю, что многие из вас за эти 10 лет выросли из этих видео. Первые несколько пиявок тут же присосались к этой свиной голове. Биологически опасный материал, и повторное их использование недопустимо. Сейчас я приступаю к препарированию одного из представителей раков-богомолов. Потому что при его использовании отходы не подвергаются обязательному механическому измельчению. И вот, пожалуй, наступил самый интересный самый момент. Интересный самый момент. Интересный самый момент. Интересный момент. И нам пора меняться, потому как все постоянно меняются. Вы меняетесь, интересы меняются, мир меняется, и даже каналы могут также меняться. Вы когда-нибудь замечали, что за 10 лет на канале была пиротехника, самоделки, лайфхаки, оружейная тематика, пранки? Мы даже снимали, что внутри печатной машинки. Делали машинку из приставки PlayStation, пескоструйным станком разрушали разные предметы, и газонокосилкой уничтожали арбузы и прочие овощи. И только потом появилась рубрика про насекомых, которая превратилась в постоянную на несколько лет. Ну как вам такой послужной список? Аргументированные факты, чтобы вы поверили, что канал постоянно менялся. За время вашего роста, взросления или старения вы сами меняетесь, как и ваши предпочтения, интересы и даже вкусы. Очень часто в комментариях стали появляться фразы «Куда делся актив?». Этот актив попросту вырос и перестал интересоваться насекомыми и другими живыми существами. Этот актив с удовольствием посмотрит какие-то обучающие видео, либо отвлекающие видео от личных житейских проблем. Просто вернувшись с универа или работы, навалят себе тарелку пюрешки с котлетками и засядут смотреть какие-то кулинарные шоу. Давайте будем честны друг перед другом. Напишите в комментариях, какие видео чаще всего вы смотрите или чем любите заниматься в свободное время. И обязательно напишите ваш возраст. И только тогда вы поймете, что интересы других людей вашего возраста будут действительно совпадать. Ну как вам такая пища для ума? Довольно неплохо звучит на фоне разных нарезок с аппетитными блюдами. Кстати, все эти блюда, которые вы сейчас видите, были сделаны и отсняты нами, каналом Mad Science. На протяжении 2 крайних лет видео про насекомых уже не вызывали у нас интерес, и все это время мы делали и снимали то, что нам нравится. Задайте себе простой вопрос, если вам дадут выбор, про что снимать видео. Про тараканов, которых вам нужно будет брать руками и потом, найдя дохлого таракана, разбирать его и рассматривать под микроскопом. Либо же вам будет интереснее снимать видео про самый сочный бургер, какие-то ребра барбекю или шашлык, а затем это еще и пробовать или съесть. Как думаете, под какое видео вам было бы приятнее ужинать? Это тоже немаловажно. И как только вы найдете ответы на эти вопросы, вы сразу же поймете, что в моем сформированном мышлении есть чем согласиться. Я не говорю, что все, что мы делали, было говеным контентом. Несмотря на допущенные ошибки в некоторых видео, конкретно весь контент про насекомых я считаю интересным и увлекательным. Но сейчас мы хотим показывать вам то, что будем делать с большим удовольствием. И надеемся, что с таким же удовольствием вы будете смотреть наши новые видео. Нам важна ваша поддержка. Всегда ваш канал Mad Science.